Новые данные из Оренбургской области, где сегодня потерпел крушение самолет Ан-2. Обломки нашли в поле в районе города Гай через несколько часов после того, как биплан поднялся в воздух для облета нефтепровода. Инженер был на борту, вместе с двумя пилотами не выжил никто. Кроме технического состояния самолета и соблюдения правил полетов, сейчас подробно изучают погодные сводки. В этой местности шквалистый ветер и туман. Так что поле, где упал Ан-2, спасатели нашли не с воздуха, а пользуясь информацией, полученной от жителей.